Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа из порта Преображения и доставки сюда дизельного топлива. В работах помогает МЧС. Спасатели выделяют дополнительные вертолеты для доставки гуманитарной помощи пострадавшим и для сообщения с отрезанными поселками севера края. Накануне было доставлено около 3,5 тонн груза, продукты питания, вода, газовые печи и баллоны. Утром из Владивостока также была направлена очередная партия гуманитарной помощи. Командование Тихоокеанского флота выделяет для вывоза людей с баз, Преображения, выделяет непосредственно судно с заправщиком, с тем, чтобы залить топливо для работы здесь тяжелой техники. Вертолеты будут работать по доставке гуманитарной помощи, а также по вывозу населения из Преображения до Находки. Таким коротким маршрутом там будет ходить автобус. Тем, кто частично пострадало имущество, будет оказана денежная помощь. Те дома и те населенные пункты, которые были отрезаны от сообщений, более 2 суток находились без света, также будет оказана материальная помощь повсеместно по 10 тысяч рублей на каждого, кто находится в зоне чрезвычайной ситуации. У кого пострадали дома полностью, есть и такие, где дома посносило, там будет выплачиваться по 100 тысяч, и мы будем рассматривать вопросы, связанные с собственностью, на предмет выдачи сертификата согласно соответствии с законом.